Глава Тверской митрополии, владыка Тверской Кашинский Виктор, совершил божественную литургию в церкви 12 апостолов в здании Тверской епархии. Храм этот еще не так давно находился в аварийном состоянии. Из возрожденной святыни сюжет наших коллег, рассказывает Виктор Куликов. Здание на центральной улице Твери, в котором ныне размещается епархиальное управление Тверской и Кашинской епархии, было возвращено церкви в 1995 году, после того, как прежние власти довели его до полного запущения. В течение последующих лет здание привели в порядок, а непосредственно в храме, который располагается в его западном крыле, были выполнены реставрационные работы. После этого церковь вернулась к жизни. В честь престольного праздника храма, собора святых, славных и всехвальных 12 апостолов, божественную литургию в церкви 12 апостолов митрополиту Тверскому и Кашинскому Виктору сослужили клирики города Тверь, руководители и сотрудники отделов епархиального управления. По завершении богослужения было пропето величание святым апостолам и освящено праздничное калива. Митрополит поздравил присутствующих с престольным праздником и пожелал иметь духовную твердость, разум и непоколебимую веру, подобную той, что была у апостолов. Владыка Виктор призвал православных помнить, что если мы и пали, то можем исправиться и подняться, и вновь почувствовать свою близость к Господу Богу, уповая на Его безграничное милосердие.